Сегодня у рыбаков в Голубой бухте, похоже, как какие-то соревнования, потому что я такое вижу первый раз в жизни. Какая там очередь. Мавзолей, что ли, они стоят? Или что, я не знаю. Никогда такого не было летом. Никого там нет. Ну, стоит 1-2 человека и все. Выстроились. Табачищем воняет. Вот такое сегодня море. Это что, чайка? Что это такое? Нет. Буй, что ли? Море такое бледное сегодня. Уже закат случился. Но людей много для января. Здесь просто сидят. Обозревают окрестность. Здесь сидят. А здесь он даже зимой плавают на вот этих. Все время забываю их название. Здесь тоже рыбачат.